Здравствуйте, хочу выразить огромную благодарность доктору Давиду за ту работу, которую он с нами проделывает. Это очень замечательно. Наш мальчик меняется на глазах. Наши родственники, соседи замечают, что он стал взрослее, что он стал более спокойный. При виде знакомых людей он здоровается, подает руку уже, то есть никуда не убегает, не уходит, не пытается уйти от людей. Вот. Затем в спектре его чувств появились новые чувства. Он научился обижаться, ну и также стесняться других людей. Он стесняется сейчас девочек. Вот была такая ситуация, что он попросил у бабушки поставить какой-то ему мультик, на что бабушка ему ответила отказом. Она поставила ему мультик, который посчитала, что он с более сложным сюжетом. Вот. Он пытался просить изменить мультик 5-6 раз, после чего он обиделся и расплакался, когда услышал отказ на свои просьбы. Вот, раньше он ответом на такую ситуацию была бы истерика. Раньше он бы заплакал, затопал бы ногами. Вот. Также он стал замечать вокруг себя больше. Такое ощущение, что он как бы проснулся, что у него открытые глаза, они такие распахнутые. Он очень удивляется тому, что видит, он с таким восторгом на все смотрит. Он раньше замечал, что да, едет автобус, а сейчас он говорит, о, едет желтый автобус. Он ему радуется, он замечает людей, которые там сидят. Вот. Также он заметил на певице ее вид одежды, он сравнил, что у нее на одежде шипы, он их сравнил с гвоздиками, он сказал, что у нее на одежде как гвоздики, элементы одежды. Вот. Также очень обрадовало на этой неделе, что он начал сам раздеваться, он начал снимать штаны и трусики с себя. Также с моей помощью у него получилось снять сандали. Раньше он на это отвечал отказом. Потом очень часто говорит о докторе Давиде. Он вспоминает.